Здорово, парни, все те, кто смотрел предыдущую серию, там ремонт баяна, т.д. И вот мы опустили. До хера времени прошло, орех, порода тяжелая. Короче, какое решение мной принято? Сейчас в очередной раз запустил дегазацию. Там лоханулся в одной хуйне, но об этом позже. Итак, что делать будем? Вот вновь, короче, дегазируем, да? Вот. Добавил ключ, чтобы не всплывало. Там у нас до брусков где-то сантиметра полтора. Не знаю, что как будет. Лишь бы все не выпили. Но есть вариант, что выпьют все. Далее. Нормально, пусть фурычит. Вот компрессор, короче. Вот это подрывник. Он заводом изготовителем. Я у него спросил, он говорит, он у меня до пятерки. Потом сброс. Че, орех, порода твердая? Я вообще первый раз эту херню делаю. А это оборудование у меня уже 3 года валяется. И то Димон вчера настоял под причастием. Говорит, да давай сделаем. Я, ну, хер с тобой, давай. Я накрутил, короче, подрывник, то есть гайку ослабляешь там. Короче, сейчас подожди, покажу. Вот. Ну, система простая, да? Он где-то был вот так вот выдвинут. Что, ослабляем эту гайку и рукой. Ну, тут под ключ есть, но тут рукой можно. И рукой закручиваешь его туда. Потом контрагаешь этой гайкой. Вот. Что это нам даст? Я не думаю, что камера вот эта производителя рассчитана там на 5, на 6. Короче, расклад такой. Насколько я накрутил, не знаю. Когда подрывник выстрелит, ну, подрывник сбросит. Ну, я надеюсь, что до 7 мы накачаем. То есть тут принцип-то какой, как я понял. Сейчас, погоди. Принцип-то какой? Мы, короче, с Димонычем, блин. Типа, давай дегазацию сделаем. Ну, короче, вакуум. Ладно, вакуум. Накачали. Все, вырубили, да? Пузырьки идут, все, закончились. Опять накачали, вырубили. И что-то так вот. А впадлу почитать-то вообще? Впадлу там что-то посмотреть? Ну и, короче, я говорю, ну хорошо, он воздух-то оттуда убирает, да? Мы еще откачиваем. А состав-то как проникает туда? Вот он у меня со скольки? С 2 часов ночи вчерашнего дня, да? Сегодня же дело к 6, бля, сейчас это Ромка придет по баяну, опять ругаться будет. Опять ты нихера не занимался, ничего не делал. Рома, ну когда? Ну тут ты видишь, такие дела, бля, происходят, пиздец, бля. Ну вот. Раствор это все так же. Провалялся он порядком там. Я потом вообще врубил этот, короче, валун, насос этот вакуумный. Он херачит. Дошло до того, что пузыри уже еле-еле пошли. А тут Димон у меня с сыном гостили, блядь. Валерка тут, они тут играли в какую-то игру опять. Но это ладно. И вот они пошли, короче, по домам. А я про себя такой думаю. Блядь, так, наверное, давление, ну, воду-то туда, состав-то туда запиздековать. Короче, сейчас что, делаем дегазацию в очередной раз. Посмотрим, сколько это продлится. А, сейчас у меня человек придет на баяном заниматься. Опять ругаться будет, повторяюсь. Ну и что, и вот когда он уже уйдет, чтобы не рисковать, да? То есть дегазуется пусть до его прихода, потом час занятия. И что, и будем врубать компрессор, да, нагнетать давление. Я не думаю, что что-то тут рванет и уебет, потому что эта камера, ну, она наверняка сделана с запасом. Хоть и там используется шовная труба, ну, блядь, 16 килограмм качаешь, там, теплотрассы, еще что-то. Я не думаю, что тут что-то такое сверхъестественное. Короче, ебанем килограмм 7. Посмотрим, как будет пить, жадно, не жадно.
а может и 8. Я надеюсь, что я накрутил. Подрывник где-то на 8 сработает. Бля, пацаны, был бы гараж вот в натуре, а не дома. Я долбоеб, хули, видишь, дома делаю. Хотя никаких брызг не летит, ничего там, все нормально, запаха тоже не имеет. Я бы, блядь, вкрутил этот подрывник по самую жопу, нахуй. По самую раму, короче, как говорится. Нахуй, врубил бы его, да ушел, блядь. Ну, накачал он 9, так посмотрел, так дверь приоткрыл. А, ну, заебись, короче, вырубил, блядь. Вот, а тут все-таки стрёмно, блядь, ну. Блядь, все-таки своими руками делал, да, деньгами не серу. А в нынешнее время, блядь, мне такую хуйню уже никогда не сделать, блядь. Поэтому если тут уебет, ну как-то печально, да? Ну нет, это, конечно, мы переживем, бля. Но не хотелось бы. Вот. Поэтому что? Ждите следующего включения. А, давай позырим, что там, как. Да, пацки на моцках с этим, блядь, блядским этим кипячением-то. До хера, короче, воздух отхапануло. Видишь, да? Ну ладно, что, время у нас есть. Пусть побурлит. Вот ключ еще положил, видишь, да, его не было. Чтоб получше этот брусок был. Вот. Ну посмотрим, сейчас отсосет. Посмотрим, что там как, да. Ну и врубим компрессор, ёпта. Так что что, я курить пошел? Ну пусть это пока молотит, вот так все. Так, парни, сходил покурил, чтобы вам было лучше видно. Видите, вот приспособил. И там вообще шикарно, смотри. Знаешь, все для вас, все для вас. Подписок нет, лайков нет, комментариев нет. Нахера я все это делаю? Ладно. Короче, пьет жадно. Пьет очень жадно. Ну, посмотрим. Я вот не знаю, вы мне на мои ошибки укажите. Я первый раз этой херней занимаюсь. Обычно все для ножей, рукоятки эти покупал. Вот. Ну нормально это, ненормально, что там как. Что попробовать, не попробовать уже. А вот видите, обратите внимание. Вот где ключ лежит, да? Вот это. Вот маленькие пузырьки, большие-то хер с ним, они так и были. А вот маленькие вот эти, они чисто из деревяшки выходят. Давай, короче, так, дождемся, пока вот эти маленькие, вот где основание ключа, вот эти вот, пузырьки прекратят выходить, да, ну, высосят их, и тогда уже врубим, потому что, а вон еще маленькие выходят вот отсюда. Ну, дождемся, пока вот явно такие мелкие не будут, а, это из этой, которая лежит. Ну, которая у меня вот как это сделана. Я чувствую, мне тут, короче, надо будет все это переложить как-то. Посмотрим. Один на другой, что ли, не знаю. Это 5-литровка обрезанная. Короче, ждем, давай, договорились так. Вот, с этого перестанет выходить вот эта мелочь. Это как раз вот тот угол, который... вылез наверх у меня. Ну, косяк был, попозже расскажу. Или в гараже расскажу. Вы смотрите, потому что в гараже потом мы будем это все обдирать, шлифовать, распиливать напополам, смотреть, что случилось, т.д. и т.п. Короче, сейчас вот эта мелочь перестает идти. И мы запускаем компрессор и качаем, как говорил. А сейчас Ромка придет. Пока занимаюсь. Пузырьки уже выйдут, я надеюсь. Нормально. Вентилятор молотит. Все хорошо вроде. Ну, нагрелся, но не критично. Пусть херачит. Наебнется, блядь. Скинемся на новый вертик. Че, парни, продолжаем. Смотрим. Смотрим, сколько выжжет, короче. Давление нагнетаем туда. Видите, как быстро высохло все. Но это и не было простабильно, как бы.
А вот нас интересует то, что внизу. Короче, я так думаю, давление должно зафигачить туда. Пьет, пьет. Блять, раствора не хватит. Давай тормознем, потому что раствора не хватит. Тормозим. Давай до восьмерки попытаемся догнать. Не, не хватит. Раствора не хватит. Водицы поставил. Пельмени похаваю, да? Ну и осталось там Алёха. Ну. И что-то воду набираю, да, и мысля такая. Ну то, что подрывник вот этот накрутил. Если кто, такая камера у кого есть, подрывник на камере, на полной топите. А потому что подрывник на компрессоре есть. Пойдем глянем. Вот этот подрывник на полную туда. Потому что у нас вот тут такая, ну, видишь, до практически до 9, правильно? 8 до 9. То есть на девятке, ну на 8,8, вот этот подрывник, он сработает. Вот. Ну и соответственно тормознет. У нас тут до девятки. Она и больше выдержит, я в этом уверен, бля. Вот. Потому что заводское изначальное на пятеру, мне кажется, этого мало. Что там у нас? Пьет, пьет, вон. Видишь, верхний-то брусок вообще сухой стал. Да? И раствор он пьет. Он пьет, пьет, и расстояние все меньше. Вон там вот, если видно кому, видите, за бруском с торца другой уже брусок виден. Да. Жадно пьют. Ну, буду контролировать, сколько выжрут. Т.д. т.п. Посмотрю. Посмотрю и, соответственно, сделаем с вами какие-то выводы. Видите, верхний-то уже просто лежит. Пьют, падлы, пьют. А я что торможу? Пойду тоже накачу. Короче, парни, при таком давлении все, они уже оголяются. Короче, что, сбрасываем давление. Да, сейчас покажу. Сбрасываем давление. Перекладываем их там получше как-то, какие-нибудь гантели, там, гирю какую-нибудь туда. И опять делаем тогда, ну, дегазацию, да, вакуум. Потом опять. Просто, бля, я лоханулся, раствора-то, хуй да нихуя. Вот настолько перекрывал, сейчас весь его выжил. Вот, смотрите. Все, он, видите, как жрет его. О, ну, практически уже все, этот висит, он там стоит, он вон на том, видите, да. Так что, короче, что, сбрасываем давление и перекладываем, повторяем все снова. Какие-нибудь ключи еще поищу, гаечные. Блять, херово, конечно, не подготовился. Ну, извините. Что, сбрасываем? А, пусть сбрасывается пока. Да. Так, ладно. Давай, сейчас, короче, я откручиваю их. И открываем. Ну, не буду уж снимать, как откручиваю. Сейчас. Опять приподнялась. Ну ладно, ну-ка. Блять.
Так, короче, парни, что я сделал? Блять. Батарея садится, уже не врубается нихуя. Так, короче, вот. Что я сделал? Плавает только верхний. Короче, поняли, я этот верхний туда же запиздякал. Вон с него, видишь, идет. У нас как раз дегазацию надо делать. Сейчас, короче, что-нибудь тяжеленькое сюда опустим. Так-то они вон все в распоре. Нахуй. Чтобы банка не порвалась. Вот. А этот верхний, короче... Уёбок, блядь. Он, короче, это... Будет пытаться съебаться. Вот этот вот. А, не, ничего, нормально, смотри-ка. Так, короче, давай это... Нужны груза. Пошел искать груза. Посмотри, что нашел. Из СССР. Когда-то я им... О, сразу сколько перекрыло. Сейчас сюда... Ну, видите, ничего не пьет, только один пьет, вон. Ну, сейчас дегазацию его сделаем, а остальные-то нифига. Но плавучесть сохраняется. Я не знаю, на такой объем, тут вот сантиметр до них. Хватит, не хватит, хер его знает. Короче, что, делаем опять дегазацию. Вот, я понимаю, что многие скажут, типа, что тут у тебя за хуйня, бля? Блядь. Я скажу так, кто будет пиздеть нахуй, с тем будем прощаться. Итак, закручивать не будем, кольцо на, просто стекло накинем и догазуем. И вам будет виднее. Чё, погнали наших городских. Запустили процесс догазации. Смотрите, нигде ничего, да? Вон. А этот, который наверху лежал, поняли, да? Я понимаю, что зря он сейчас у меня все схавает. И потом жижу также пить будет. Но надеюсь, раствора хватит. Вот. А что мы потом это на ночь его так оставлю? А утром врублю 8 атмосфер. И на работу уйду. А что получится? А что получится? Смотрите, завтра... А потом, короче, в гараж на гриндере их захуярим и отшлифуем. Ну, поняли, да? Ну и покажем, что получилось. Я уверен, что это получится. Вообще огонь. Андрюха, братишка, лахтим пух, если ты меня посмотрел, да-да, это ты тот, который постоянно зовет меня на охоту. Я знаю, какой нож тебе сделать. Рукояточку из этого выберешь. Я уверен, все будет тип-топ. А ты мне тушенки за лося загони, братух. Ладно, что? Давай до завтра. Пусть под вакуумом стоит ночь. Утром проснусь, я рано встаю. Заведу шарманку, посмотрю. Ну и в обед, наверное, приеду, давление въебу, да и все. Ну, постоит с давлением. Потом на плавучесть проверю, да? Вечером с работы приду. Плавают они, не плавают. Ну, поняли, да? А если набрали вес, Димас придет, блядь. Че, мы их запекем в духовке, да? Ну, а если это все завтра срастется, то послезавтра пацики на моциках с полным баком бензика. Мы их, короче, обдираем, распиливаем. Ну, один пильнем. А, вот этот херенем, короче, который это. А, его тоже стрёмно. Ну, немного чекрыжим, вот который верхний был, да, и какой-нибудь этот. Ну, что уж, надо будет пожертвовать. По рисунку посмотрим. Вот, и заполируем их. И, ну, как шлифанем. Посмотрите, какая красота. Ладно, поздно. Вам спать уже пора, бля. А мне еще ебашить и ебашить. Все для вас. Давай. Так вот и живем, бля. Чеснок, парни, ешьте. Чеснок, тема. Ладно, я курить и дальше работать. А ты спать иди. Поздно уже. Давай, до завтра.